Друзья, привет всем! Вот покупалась, даже до конца не высушила волосы и решила выйти к вам в эфир, поделиться очень интересным письмом, которое мне написали на электронную почту. Это моя подписчица. Так, сейчас я открою в своем втором телефоне. И мы с вами будем читать. Минуту. Меня очень затронуло это письмо, я надеюсь, я придумала решение, как выйти из этого положения. Вот сейчас. Здравствуйте, Катя. Пишу вам на электронную почту, потому что я знаю, что под видео вы меня заблокируете, как все три мои предыдущие аккаунты. Катя, да, я из тех людей, кто вам не верит и считает вас подлой, лживой, простите, подступной и нечестной. Да, вы такие? Признайтесь, хотя бы себе в душе, не отвечая мне лично. Я вам не желаю ничего плохого. У меня просто есть к вам одна единственная просьба. И эта просьба заключается в том, чтобы вы в конце концов отстали от армян. Это вздыхаю я, не подписчица. Это будет единственное, что вы можете сделать хорошее в этой жизни. Сколько можно жить за счет моего народа и ему врать каждый день? Остановитесь. Знаете, помните эту песню? Остановите, Вите надо выйти. Я вот думаю, сегодня пошла в магазин, купила продукты, приготовила этот, скажите, лохматое, ну что, как есть, приготовила винегрет. Готовлю, хожу, думаю, целый день я дома была. И думаю, надо помочь человеку. Вот нельзя оставаться равнодушным к просьбе. Меня же культурно попросили, я как бы вежливый человек. И вот думаю, сформировалась, получилась у меня вот так вот жизнь, что я вышла замуж, переехала в Армению когда-то давно. И у меня появилось очень много друзей, армян. Ну, понятно, в связи с чем. Но я же не предатель. Я не могу сказать, отстаньте. Прелесть какая лежит. Обожаю Нидерланды за то, что здесь везде все. Мне кажется, иногда больше для животных, чем для людей. Супер. Попала под ливень, вся куртка мокрая. Ребят, пришла в экшен. Продолжение о желании купить подушки себе в комнату. Вы помните, да? Вся мокрая. Вышла и сразу начался дождь. Мне понравилась вот такая. Очень красивая. Стоит она 7 евро. Но качество ее, видите, какое? Не такое, как у той, что за 9 в... Я вам показывала в прошлом влоге. Суть в том, что здесь снимается чехол, и я могу его постирать. А там нет. Понимаете? Но там получше качество. 2 евро разница. Но нет ярких цветов. Я хотела желтое, салатовое. Вот такие есть. Они вообще, видите, вот такие. Это, ну, они как-то некрасивенько. Вот эти. Не знаю, какая цена, но тоже очень такие пустые. Это светлое ничего, но тоже очень плоское. По качеству вот эти лучше всего. Видите, 6,79. Буду следить за цветами. Хотя вот такой красивый оттенок мне нравится. Это слишком искусственно будет электризироваться. Кто-то чихнул, арахчицу. Вот это ковер под ноги. Сразу будет, наверное, грязным, но мне нравится. Тут еще такой серый есть. 10. Ой! Ой! 10 евро. Ну, что-то не то. Я такое не хочу. Здесь 37 евро.
есть 19 евро. Это огромный. Надо в других магазинах поискать. Хотя экшен такой самый дешевый. Я что, пришла целенаправленно за салфетками своими любимыми за 1 евро. И хочу купить освежитель. Какой-то совсем легкий-легкий. Блокнотики. Вот этот, наверное, возьму. Потому что вообще лаванду люблю, но слишком насыщенный. Это такой вот фруктики. Что-то нежное. Он, знаете, не насыщенный слишком. Недорого стоит. Мне иногда хочется чуть-чуть свежести добавить в доме. Какой-то вкуса в моей комнате. Помните, я покупала вот это вот средство The Pink. Вообще-то оно эко. Тут натуральный состав и очень хорошо чистит. Практически все. Советую. 2,95. Меня, кстати, спрашивали. Еще салфетоны мои любимые. Где вы? Ага, вот они. Вот эти вот салфетки чистят все. Видите, разные поверхности. У меня еще есть вот эта большая. Куплю поменьше. Это яблочком, это лимончиком пахнет. Евро 20 штук. Ребят, я даже, у меня маленькое помещение на кухне у себя в коридорчике. Падает что-то под ноги, раз-раз руками протерла. Очень хочу купить вот такую швабру. Смотрите, кто в Европе, кто пользуется, советуйте. Или вот, вот такую. Не знаю, что делать. Это какая-то подешевле. Но вот это, походу, для вот таких салфеток. Я хочу ими пользоваться. Но тут тоже салфетки есть, видите? Не разбираюсь. Мечтаю про швабру. Вот, дожилась, выросла. И вот это вот тоже классное. Так, приближаемся к моему одному из любимых отделов. Это свечи. Ароматизированные свечи. Я уже здесь очень много перепробовала. Вы не поверите, мне нравятся самые такие вот эти бюджетные по 2 евро, ну, сравнительно. Вот эти вот ароматы. Очень облюбовала вот подсолнух, вот этот аромат. И яблоко с корицей нравится. Супер. Вот, пришла в Lidl. Буду готовить сегодня я винегрет. И вот покупаю такую картошку. Евро 50. Угу. Здесь у нас фрукты, клубника, голубика. Ням-ням. Наверное, я бы взяла еще яблоки. Видите, целая упаковка 2,39. Возьму. Теперь меня интересует отварной базук. Здесь есть вот такой и есть вот такой. Не знаю, этот как будто красиво ее выглядит, что ли. Евро 19. Берем. Потом все время на морковку смотрю, вспоминаю, как я газар-газар путала. Газар и газар. Мне надо всего там 2 штучки, потому что я так не ем. А для этого только винегрета. Теперь здесь я беру вот эти вот огурчики корнишоны. Они очень вкусненькие. Всего стоят 99 центов. Видите, за горчичкой здесь идут. Вкусненькие. Ой, фокусируйся. Классные. Ну, как вам не снять такую прелесть? Смотрите, у меня дома стоят розы. Сейчас немного устала от тюльпан. Но все равно глаза смотрят. Я в следующий раз я такие хочу. Зеленые, а внутри красные. Вообще необыкновенные. И вместе очень красивое сочетание белое с розовым. Букетики это одно. Вот эти тюльпаны. Там огромный цветочный магазин. Красивый. Я шла, был дождь. Смотрите, солнце. Это буквально там разница 20 минут. Я быстро скупилась. Ну вот, по итогу, ребят, покажу, куда делось 23 евро. Миндальная мука, 2 морковки, свиноговяжий фарш, сливки,
Для кофе тертый сыр, базук вареный отварной. Это натертый кабачок сразу. Потом, смотрите, в экшене не показала, нашла вам какую красивую, вам, себе, нашла какую красивую салфетницу. 2 евро всего. Красота. Сколько штук, не знаю. Сделано в Амстердаме. Ну, симпатично, аккуратно так выглядит. А затем огурцы, корнишончики. Так, вот этот фруктовый легкий освежитель. В этот раз выбрала свечу ароматом яблоко, корица. Любимые салфетки для уборки. Упаковка картошки. И еще вот такой вот хлеб из Лидла. Все у меня получилось 23 евро.